В День знаний в торговом центре «Этажи Флорс» Щелково прошло торжественное открытие первого в России города-автодрома «Автокидс», а также вязаного парка «Хэппи Кидс». Начиная со входа, гостей встретили профессиональные ходулисты, которые раздавали воздушные шары. Также всех пришедших развлекали аниматоры в тематических костюмах. Это Мальвина с Буратино, огромная милая панда и герой из мультфильма «Тачки». На фудкорте гостей ждали вкусные угощения и специально оборудованная фотозона. На четвертом этаже для детей открылся город-автодром. На новых и удобных машинах сразу нашлось множество желающих прокатиться, чтобы почувствовать себя настоящим водителем. Автодром полностью имитирует реальное движение на улицах города. На полу здесь нанесена соответствующая дорожная разметка. Пешеходные переходы, установлены дорожные знаки и работают светофоры. Мы видим сегодня большой ажиотаж, грандиозное открытие привлекло внимание, и мы будем только расти и привлекать гостям. Мы всегда будем рады и надеемся, что к нам поедут не только с нашего города, но и из близлежащих городов и из Москвы, потому что автодром очень большой, и таких аналогов просто не существует на данный момент. Рядом с автодромом маленькие гости попали в сети яркой вязаной паутины. «Хэппи Кидс» – это парк из плетеных аттракционов родом из Японии. Он похож на огромный арт-объект, а сама конструкция состоит из различных видов всевозможных сетей, качелей, подушек и внутренних карманов. Все это многообразие приспособлений позволяет детям с увлечением играть и исследовать пространство вокруг себя. Вязаные аттракционы выдерживают около 700 килограммов. При желании здесь могут полазить даже взрослые. Мода на вязаные японские парки охватила весь мир. В России они только начали появляться. Вязаный парк представляет собой огромные лабиринты, где дети могут порезвиться, поиграть, выплеснуть всю свою энергию. Очень большая локация у нас. Дети всех возрастов от 5 лет получают здесь огромное удовольствие. Мне понравился очень вязаный парк и машинки тоже. Ну все круто. Там всякие, где можно пролезать. Для самых маленьких жителей Щелково открытие в городе автодрома и вязаного парка в торговом центре «Этажи Флорс» стало событием важным. Ведь теперь для детей появилось еще больше возможностей весело и интересно провести время. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.